Привет, герои мифических войн. Как ваши дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Что ж, в прошлом видео про набор в Альянс я забыла вам рассказать про титанов. Вот, титан у нас в основном 9 звезд. Иногда очень редко попадаем на 8, когда отпускаем некоторых. И в основном переходим на 10. Потихонечку ползем. Вот, так что присоединяйтесь. А теперь продолжим нашу войну. Нашу войну с французами. Правильно? Вроде правильно. Да, по тапочкам у нас вроде там плюс-минус. Вот, по очкам мы пока лидируем. Что ж, давайте начнем с добивчика. Хочу на добив пойти вообще. А дальше буду уже думать, как с остальными справляться. Так, моя команда добива. И а, где? Что-то не вижу ее. Аталанта. Хотя, вообще, может быть, взять имеет смысл хилера. А если я беру хилера, и я не беру Атланту? Но, с другой стороны, если ко мне не будет, так проиграем. Ладно, попробуем пойти таким образом. Давайте в атаку. Такая запись-то веду. Вот. Зеленый нам дали, синий нам дали. Так, давайте-ка вот так подвинем их. Вот так вот сделаем. Вот так вот половинка в пустоту, синий в пустоту. И, слушайте, да, не добили. Что-то я очень большого мнения была. Тихо, вот так вот. Еще вот, бычка мы зарядили. Бычок, бафаем, хилимся. Так, только не добиваем ни их. Но я думаю, добить он не должен, ну. Не совсем. Должен, не должен, а. Так, ладно. Если бы знала, чтобы столько ко мне, взяла бы Атланту, но я что-то маленько перебздилась. Синих нет, зеленых нет. Так, давайте желтый. Вот зеленые пошли. Так, опа, на бычка зарядили, этими зарядились. Так, зелеными кинули. И вопрос опять на миллион, что у меня нету синих. Ну ничего, так, с этим мы справились. Дальше, вот жалко, что русалку мы добили, она прям хороша. Так, а я что-то туплю, тихо, не надо так тупить. Ну, в смысле, стрелять в меня так не надо. Так, и так, все. Добивчик мы сделали, давайте пойдем дальше смотреть, что тут можно нам организовать и кого можно организовать. Давайте попробуем с Азу начать. Здесь у нас Азу, да, ну давайте, да. А кого я могу сюда вообще поставить-то, надо посмотреть. Ну, света у меня по-любому уже нету. Но у меня есть синий и красный, немножко фиолов, да. Игулька фиолетовая. Давайте сюда с синими пойдем. Угу. Так, а что еще у меня здесь? Синий, да. Так, а здесь у меня есть? Нет, и лапу тогда брать не буду. Возьму вот его. И давайте красных возьмем. Возьмем Гефеста и Весту. Нормально должно быть? Вроде нормально. Давайте попробуем так, да. Ну да, пойдем.
Так, слушайте, ну вроде бы не так все плохо. Давайте так синими сразу создадим кристалл. Кристалл пошел. Давайте еще синими. И тихо, тихо. Вот так вот создадим еще один кристалл красными. Так, это мы организовались. Давайте у них все. Таким образом пойдем. Так, так. Давайте вот так вот взорвемся. Угу. Поджигаем. Почти вынесли Прометея, да? Но почти это не значит, что вынесли. У них скоро подойдут хилеры. Мне нужны красно-синие. А их на поле нема. Синие пашки. Вот отлично. Афродита подзарядилась. Афродиту так. Блин, надо выносить Тесея, но камней под ним нет. Ну давайте так. Не хочу батареи на него тратить. Так, этих сюда. Сделаем так. Ага, еще подзарядить. А, они померли сами. Отравились, догорелись. Всё, этого мы победили. Не поняла. Война. Что, не засчитали противника-то? Не засчитали, все окей. И давайте пойдем, кто у меня там остался, кто у меня там, кто у меня остался. Ой, нет, не то, не то, не то. А, атакующая команда. Давайте посмотрим, кого я могу взять. Так, мне по-любому нужен Илапа, если я пойду против контратакера. У меня есть недокачанный Агамемнон, у меня есть Шолотль. Мне нужна Гулечка моя. Ну, по-любому. И мне нужен, по идее, хилер. Но хилеров у меня больше нема. Я сейчас, в принципе, могу взять недокачанного Кухулина, но боюсь, это все плохо кончится. А из строчек, в принципе, можно взять Рататоска. Но Рататоск, честно говоря, уж не знаю, как он пойдет. Ладно, закрыть. Не хватает хилера, да? Давайте пойдем против этого. Так. Что там говорил-то? Тебя, покемон, я выбираю. Шалотль. Из синих давайте Агамемнона. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Агамемнона. Так, и... Так, ну давайте Кухулина тогда, чего пойдем нашими недокачанными героями. Или плюнуть взять Рататоску 400. Ну, давайте так, да, только его мы поставим в край. Вот так. Вот так. И... Шаля-тюля. Чё, в бой? Так, идет. Идет. Так. Угу. Да, синих немного. Фиолов тоже прям немного, но что-то пошло. Ну, пошло не так, как хотелось бы. Только не убей мне всех с первого раза. Я же знаю, вы любите так. Угу. Дайте вопрос хотя бы. Да стопэ, дайте я контратаку. Включу. Ну что ж такое? Ну идите в жопу. Не смешно. Вообще. Ну, хрен с вами.
Ферби, давай в лапу. Блин, ну чё в шалоты летаем? Да ну у вас. Так, вынесли. Гульвий, кого будем останавливать? Давай. Там и тут. Но тут проблем больше. Мы потом гореть будем. Сгорим сразу же. Сразу же. Да, я не сомневалась. А так вот. Что ж, ладно, здесь мы, в принципе, тоже побили. Его добивать будет легче. На этом война для меня заканчивается. Всем спасибо за внимание. Так, удачи вам на войне, и да пребудет с вами рандом, камушки и все остальное. Ну что ж, пока-пока.